Это означает нарушение правил. Это когда нарушение правил игры. Вот. Это когда сделали подножку, игрок упал, тогда ему желтая карточка. Это удаление с поля. Когда это совсем нарушение правил и даже садится на трибуны. То, что плохо делают. То, что берет мяч в руки. Ну, это где футболисты дерутся, и тогда красная карточка. Пропустили штрафной. Наверное, что неправильно пасовали, неправильно били, ноги неправильно ставили. Вот. Чтобы они быстрее били и сильно били. Вы очень плохо играли, но нужно играть лучше. Ну, я бы сказала, надо быстрее бегать. В воду, наверное. В воду. Слог. Локомотив. Я думаю, что Россия. Может быть, и Москва. 55. 10? Наверное, 55. 5. Что? Понятно. Витя. Амир.